Перед вами серии книг «Давай познакомимся». Фридурен Райхенштеттер, немецкий биолог и автор этих 16 книг. В книгах можно найти наиболее важные и полезные сведения для детей, которые только начинают знакомиться с окружающим миром. Красочные познавательные истории о том, как живут зайцы и кролики. Этих животных часто путают, а между тем они очень разные. Кто из них живет в норе, а кто в густых зарослях? Чьи детеныши рождаются беспомощными, а чьи самостоятельными? Что такое кроличий клан? На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Жизнь летучих мышей полна интересных особенностей. Книга расскажет детям об охоте этих загадочных зверьков, строении их крыльев, зимовке и любимых лакомствах. Это книга о жителях морей и океанов. Чем млекопитающие отличаются от рыб? Что у кита на обед? Где живут киты? Эта книжка расскажет детям о том, как живет маленький дельфин и его дружная семья. Также книги будут полезны для тех, кто изучает окружающий мир в школе.